Привет, друзья! Вы на Гамраша, а меня зовут Ваня. Я рисую на канале Рыбакит. И приходите ко мне в гости. Сейчас я рисую кошечку. Супер простой рисунок будет, чтобы у тебя получилось, чтобы ты подарила или подарил эту кошечку маме или папе. Это будет здорово. А мы рисуем гуашью. Сегодня целый день у нас субботник рисования гуашью. Гуашь гамма называется пчелка. Сочные яркие цвета, то, что нужно. Берем кисточку плоскую. И рисуем кошку. Какую кошку рисовать? Я нарисовал недавно розовую собаку. Плохая связь. Опять начинает прерываться. Ну, давайте попробуем еще порисовать все-таки. Я нарисовал недавно собаку розовую. А теперь нарисую кошку, но не розовую, а, к примеру, желтую кошку. Давайте нарисуем желтую кошку. Не знаю, рисовал ли я когда-то желтую кошку. Кошка будет сидеть. У нее будет голова. Голова вот такая. Собака у нас была такая просто такой портрет, а сейчас будет такая прям настоящая кошка, сидячая с ушами. Уши прям нарисуем уши. Она сочная, как фрукт будет, может быть, похожа на лимончик. И, конечно же, тело. Тело вот так вот идет. Она такая, как сфинкс сидит и смотрит на нас. У нее есть лапки, она их сложила вот так вот, как лягушка. Так, 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 так. И, конечно же, хвост. Кошка без хвоста, это не бывает, да? И вот такая кошечка у нас. Я стараюсь нарисовать просто кошечка-гав, котенок-гав. Котенок-гав. Может быть, но все-таки, наверное, это не котенок-гав, а просто кошечка. Я чуть добавлю в нее зеленый цвет и сделаю из нее какую-то няшную кошечку, которую нельзя увидеть в природе. Котенок-гав здорово. Я люблю котенка-гав и много раз его рисовал. А сейчас я рисую кошечку лайм, и мы рисуем всякие фрукты, овощи. Овощи, конечно, еще не рисовали, но будем рисовать, возможно. Ну, ягодки рисовали. Немножко добавляю зеленого везде, вот так, по водочке, и зеленый у меня очень-очень светлый. Такой зелено-желтый цвет. Получается кошечка-лимон. Когда я начинал, я не думал, что так получится. Но ничего. Так, что еще здесь? Можно нарисовать такие полосочки. Кошечка-лимончик. Она готова к поеданию. Или будем пить чай. Будем пить чай с такой кошечкой. Очень мне понравилось. Смываем кисточку, рисуем ей, чтобы она сидела, какую-то землю. Ну, нарисуем землю сереньким, чтобы она не отличалась. Вот так вот, серенько, на серенькой земле сидит кошечка. Просто она такая няшная. И теперь осталось только нарисовать тоненькой кисточкой. Стараюсь тоненькой кисточкой стараюсь нарисовать. Возьму тоненькую кисточку, нарисую ей глазки. Черным, дальше только черный. Глазки такие очень-очень няшные. Сначала носик, улыбочку, бим-бим-бим-бим, а теперь глазки, вот так вот делаем глазок, сюда глазик, сюда, белого даже добавлять не будем, будем добавлять только черный, теперь усики, раз, два, три, бровки, немножечко усиков здесь. И вот кошечка готова. Можно коготочки добавить. Я думаю, можно коготочки добавить. Кошечка готова. Можно рисовать клубнику. Обязательно клубнику нарисуем. Хотя это ягода, но я думаю, что мы так не принципиально рисуем. Сочное что-то. И маленькие точечки. Пау! Отличная кошечка. Мне очень понравилось. Сегодня я стараюсь нарисовать фруктов побольше, но в перемешку не оставлять и было братьев наших меньших. Мы нарисовали радугу в перерывах, собачку и вот кошечку тоже. Приходите, рисуйте с нами по субботникам. Давайте я сейчас ставлю на паузу и рисую что-то сочное еще немножко для вас.